Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами на связи канал PacMoney, где мы открыто общаемся о заработке в интернете. Поднакопилась просто масса информации по поводу заработка на серверах, их монетизации, по поводу этих же самых автосерфингов, всех этих программ по пассивному заработку за вот эту вот недельку, которую я не появлялся на YouTube. Очень много информации, я это все время посвятил различным тестам, различным новым программам, и на самом деле есть теперь что рассказать, что снять, и вот в данный момент записываю этот видеоролик. Сегодня поговорим о софте под названием Honey Gain, с ним знаком давно, в принципе, и общался даже я с некоторыми подписчиками по поводу данного этого софта. Не брал его на канал по одной причине, я каким-то волшебным образом не мог его монетизировать, точнее масштабировать. То есть, пожалуйста, на какой-то обычный ваш айпишник там на своем компьютере поставить, на мобильное устройство, там Android или на Mac, да, данный софт разместить, он будет работать с резидентскими IP-адресами, то есть с айпишниками, которыми выдает непосредственно не в дата-центрах, да, а ваш провайдер домашний. Такие айпишники он кушает, и это, в принципе, разрешено и работает. Также, если перейти в личный кабинет, там в факе написано, что он не работает там с VPN и с прокси, и, собственно говоря, когда пытался я все это дело поставить на тогда еще на сервер удаленный, у меня не получилось по причине того, что он даже не дает авторизоваться этот софт. То есть он определяет, подходит ему IP-адрес для монетизации или не подходит. Если IP-адрес плохой, если IP-адрес из дата-центров идет, да, какой-то, не знаю, публичный прокси, VPN дурацкий каким, да, то есть сразу нет, он просто вас не допустит и ничего здесь не заработать не сможете. Если у вас качественные прокси, резидентские, они, в принципе, да, дорогие, там и по 250 рублей, но их покупать не нужно, потому что есть обычные даже Shared прокси, которые имеют свойство определяться в интернете как резидентские, и это прокатывает. Вот, поэтому и хотел сегодня пояснить о том, с чем кушать эту программу, что это вообще за софт и так далее. Скажу сразу, в данном софте нету никакого майнинга, 23 копии у меня стоят, процессорной мощности вообще не потребляют, так же, как и оперативный. Каждая копия, по-моему, 35 мегабайт оперативки потребляет, что на Mac, что на Винде, ну и, наверное, на Android то же самое. На Android я не мог проверить, у меня просто нет Android, поэтому данный софт можно ставить куда угодно, но я его на свой рабочий компьютер там или куда-то не ставил, ставил только на виртуальные машины. Объясню почему. Потому что данный софт работает с вашим IP-адресом, то есть при установке вашей программы вы создаете некий туннель, и любой человек, ну там, из их руководства, как они пишут, может использовать ваш IP-адрес для своих целей. То есть какие-то сайты наверняка посмотреть, да, какие-то операции, что-то сделать с вашим IP-адресом, поэтому я не стал его ставить на свой домашний IP-адрес, а все это дело поставил на те же самые прокси. Прокси, обычные Shared прокси, но определяющиеся как резидентские. Об этом тоже чуть позже. Так вот, данный софт поэтому не потребляет никакой оперативки, никакую там процессорную мощность, потому что он просто является туннелем. То есть для каких-то своих нужд разработчики Honey Gain используют IP-адреса для, не знаю, каких-то своих целей. Я, честно говоря, не знаю, здесь есть на информации информация, но стоит ли верить ей, то есть сами уже решайте. Поэтому все это дело я оставил только на виртуальные машины, о чем и вам рекомендую, и ставил на различные прокси там адреса. Вот, давайте перейдем ближе к делу и посмотрим, как все это дело устроено и как это работает. У меня есть уже несколько запущенных копий данного софта. Давайте перейдем в личный кабинет, и вот здесь нас встречают пчелки, которые вот так вот носятся и в соты добывают мед. Значит, ссылку на данный ресурс я оставляю под описанием в данном видеороликом. Если вы регистрируетесь по этой ссылке, вы от меня получаете $5 сразу же наличный баланс, но вывести вы сможете все равно, накопив минимальную сумму. Минимальная сумма здесь — это $20. Также хочется объяснить по поводу вывода средств. Он осуществляется здесь только на единственную платежную систему, и это опять PayPal. Да, на моем канале большинство ресурсов зарубежные, англоязычные, работающие с PayPal, но потому что в России я не нахожу что-то подобного интересного, поэтому приходится вот как-то работать так. Но PayPal работает без проблем во многих странах. Как быть с Украиной, я до сих пор не знаю. Пожалуйста, ну, наверное, наверняка есть какие-то способы, да, использовать какой-то PayPal русский или зарегистрировать русский PayPal и так далее, да. То есть можно, опять же таки, найти какого-то человека в России, да попросить на случай чего. Вот, давайте, значит, разберем, как все это дело работает. Мы видим здесь наш баланс, то есть баланс измеряется в таких некоторых внутренних токенов, которые нельзя вывести, их можно только обналичить
через PayPal. То есть это не криптовалюта, а здесь нет никакого майнинга. Это ваш общий баланс. Здесь как раз таки идет шкала, вот 27,6% у меня накоплено до первой выплаты. Как только накопится 100%, я смогу деньги вывести. Сразу признаюсь, что я отсюда не выводил ни копейки, но проект существует уже длительное время, и в интернете просто масса видеороликов, масса отзывов и с доказательствами того, что проект платежеспособный, поэтому, в принципе, я снимаю данный контент и вам говорю открыто, что да, проект, площадка на данный момент, на момент записи сегодняшнего выпуска, он платит. Дальше, мы видим, что здесь за последние 30 дней мои, так скажем, машинки отправили трафика 6 гигов, 5 гигов, 8 гигов, 7 гигов, 6 гигов, 7 гигов и так далее. В факе написано, что каждая копия способна там до 2 гигабайт в сутки обрабатывать, то есть если вы используете какой-то там мобильный трафик и так далее, смотрите, чтобы он был желательно, конечно же, безлимитный, потому что какие-то различные операции через вот это туннелирование, которое происходит, они, в принципе, как раз-таки потребляют так неплохо трафика. Но я использую на домашнем компьютере и, в принципе, вот на виртуальных машинах для меня как бы с безлимитным интернетом это не суть важно. Ну и, в принципе, для вас. То есть я всю эту тему хочу, знаете, к чему подогнать? Подогнать к тому, что... И будет иметься, грубо говоря, сервер, на сервере будут стоять виртуальные машины будут стоять через решение, конечно же, Hyper-V, то есть сваркой я на сегодняшний день закончил, в каких-то дальнейших выпусках я объясню, почему и почему стоит использовать именно Hyper-V, но вот потихоньку, скажем так, совершенствуемся в этом направлении, что-то появляется лучше, что-то более стабильно работает, я все время это все тестирую и рассказываю вот уже потом вам. Ну вот, но об этом позже, давайте перейдем конкретно к Honeygain'у. Дальше, после того, как вы зарегистрировались, здесь вот есть скачать для Windows, для Mac и для Android. Можете скачивать, можете использовать как вам угодно. Я все это дело ставил на виртуальные машины. Сразу скажу, что на базе операционной системы XP данный софт работать не будет. Я ставил все это дело на десятку. Просто сейчас я использую Windows 10, чтобы не иметь никаких проблем, чтобы у меня все приложения любые запускались, которые я тестирую. Потому что с XP, ну, серьезно, система уже очень устаревшие, то одного не хватает, то другого. Короче, я решил и принял решение, что я перешел на десятку. Я объясню позже. На самом деле, по ресурсам, по затратам и по оперативке разницы нет абсолютно никакой. Десятку я нашел, которая работает так же, как и XP, также потребляет мало оперативки, но об этом тоже все в следующем выпуске уже поговорим. Так вот, скачивайте копию, устанавливайте и, в принципе, давайте сейчас я перейду в какую-нибудь копию и покажу, как это все устроено. Откроем, не знаю, давайте вот эту копию войти. Итак, здесь у меня работает одновременно и Bisucher, и Vibizida. Ну и вот здесь вот в трее у меня стоит как раз таки пчелка. Все, что нужно сделать после того, как вы скачаете это приложение, просто его установить, запустить, и там попросят просто авторизоваться, ввести логин и пароль, и больше ничего. Так вот, по поводу резидентских, провайдерских, домашних IP и так далее, проксей и так далее, когда вы скачиваете софт, устанавливаете его на свой компьютер, если ваша IP-адрес нормально зашел, если Honeygain его принял, то он позволит вам авторизоваться. В противном же случае он вам на английском языке напишет, что нет, дорогой, с таким интернетом сюда нельзя. Как-то так. Вот. И дальше, после того, как вы авторизуетесь, подождите минут 5. То есть он может еще не принять до конца ваш IP-адрес. Вот здесь есть пчелка внизу. Если она горит одна, без красной точки, значит вы авторизовались. У вас, грубо говоря, давайте сейчас перейдем в личный кабинет. Вот здесь добавится машинка, там будет название вашей операционной системы, и со временем начнется у вас отсчет вот этих вот токенов и заработок. То есть каждая переданная информация, вот видите, 395 мегабайт передано в токенах, это получается там 39. То есть, ну, приблизительно за 1000 токенов сколько там выходит? Доллар. То есть 1000 токенов, 1 доллар. Вот. У меня выходит по 735, по 639 токенов, по 807 токенов. И таким образом все вот это дело складывается, суммируется, и с этого баланса потом в конечном итоге на текущий счет перечисляется и копится до достижения 20 тысяч этих самых токенов. Так вот, установили одну копию на виртуальную машину, подобрали нужный прокси, нужный IP, вторую, третью и так далее. То есть я перебирал различные прокси, в основном определяются именно ISP-шки, то есть прокси, которые
определяются как домашние, как резидентские и так далее. Есть различные магазины и так далее. Я потом сделаю, опять же таки, отдельный видеоролик со всеми магазинами, где я покупал прокси, оставлю какое-то свое мнение, свои отзывы, где, для чего, какие прокси нужны и так далее, потому что ну, по этой тематике у меня на канале полно, да, связано с этими прокси, а в каком-то там, в каких-то видеороликах я там пару просто магазинов оставлял, и тоже там одни подходят, другие не подходят, люди постоянно спрашивают, поэтому отдельный выпуск, что касаемо прокси, я тоже сниму чуть попозже, запишу и так далее. Если же у вас уже какие-то есть копии, значит, виртуальных машин, вы уже работаете, вот можете попытаться посмотреть, примет ли ваши айпишники дальше Хониген или нет. Если же нет, не расстраивайтесь, пройдет несколько выпусков, я еще запишу видеоролик, где есть другой различный софт, в том плане, что вы можете там продавать свой неиспользуемый интернет, как это называется, да, и зарабатывать на этом. Но что касаемо Хониген, это, скорее всего, на сегодняшний момент один из доступных лидеров на этом рынке, ну, если это так можно назвать рынком, да. То есть, скорее всего, вот существуют в интернете различные площадки, связанные с тем же софтом, что вы можете там продавать свой домашний IP, и многие, на самом деле, люди нуждаются именно в резидентских прокси, а покупать их в интернете там за 250, ну, даже больше, наверное, рублей, это слишком дорого, и существует вот типа Хонигейна такие вот программулины, только здесь не имеет возможности рекламодатель как-то прикупить, да, вот этих вот прокси и работать, скажем, через вот это самое туннелирование. А есть различные другие сервисы и площадки, которые имеют эту возможность, и я подозреваю, что как раз-таки Хонигейн именно так и работает, то есть он не берет прокси с дата-центров, они ему не нужны, он берет только резидентские, ваши домашние, мобильные и так далее, ну и, соответственно, качественные прокси тоже тоже канает. Вот. Также программа работает, скорее всего, не только с протоколом HTTP и так далее, поэтому все, скажем, прокси я подключал через протокол SOX 5, да, раньше через HTTP пробовал, теперь через SOX 5, да и, в принципе, через него и ошибок тоже меньше, но об этом тоже будем говорить. Дальше, значит, следующий момент. Я думаю, с программой все понятно. Установили, если IP-шник принял, значит, она работает, и, в принципе, просто смотрите, как у вас здесь баланс увеличивается, так далее. Накопили $20, заказали вывод, но вывод я тоже покажу, когда накоплю. Дальше, здесь есть партнерская программа. Вы видите, что выпуск на канал только-только выходит, я здесь, в принципе, только-только зарегистрировался, а уже у меня здесь 218 этих самых рефералов. Вот их можно здесь все посмотреть, 218 человек. Я не давал особо никуда рекламу, опять же таки, на моем канале уже есть способ, как привлекать огромное число рефералов бесплатно. Вот как раз таки на примере данного ресурса я хотел еще раз вам об этом напомнить и еще раз вам об этом показать. Каждый из вас это тоже сможет сделать. Как привлечь там 1000, 2000 рефералов, неважно, вот он, проект Neon. 100 раз на нем останавливался, давайте зайдем на вход, нажмем здесь управление рекламой, и я просто даю контекстную рекламу. Вот сейчас откроется панель управления, видим, даю объявление, программа для пассивного заработка, установи программу, зарабатывай, зарабатывай деньги. На английском языке даю различные, видите, тут по 500 000 показов, 125 переходов, 154 перехода, часть из них, конечно, просто переходит, смотрит, и, как видите, часть из них регистрируется. Ну и, соответственно, если бы дал я одно объявление, у меня бы там всего 273, да, 1000 посмотрело, 65 переходов. Я на эту ссылку просто несколько раз даю объявление, таким самым увеличиваю там трафик в масштабах. И все. И цену ставлю. Вот эта площадка кончилась, я, в принципе, ее могу удалить. Все, там я по 20 тысяч кредитов буквально сюда накидал, и этого достаточно. То есть у меня стоят на серверах софт, который льет сюда трафик и зарабатывает сюда кредиты и рубли. Все. Просто стоит софт, который за это дело зарабатывает. Эти же кредиты я сливаю на различные сайты, то есть тестирую, как по партнерке там начисления и так далее. И все вот это здесь очень замечательно и быстро работает. Поэтому никаких проблем, если вам понравился какой-то на моем канале сайт, где присутствует какая-либо партнерская программа, пожалуйста, можете также сливать трафик на него, ставить сюда вот эту контекстную рекламу и за эти самые кредиты получать себе партнеров в команду. Вот эти 218 человек, и в сумме, в принципе, вот если посмотреть транзакции, вот сегодня, когда я записываю видеоролик, это 1 февраля. Вот, на момент 1 февраля на записи уже получены, видите, вот эти вот пункты, баллы. Сейчас перейду на вторую страницу. Здесь опять рефералы. Вот кто-то 54 принес, кто-то активный, кто-то менее активный. Вот, пожалуйста. Это все за первое число с партнеров капает. То есть, такой особенно способ пассивного заработка, он очень вкатывает как раз-таки на рекламе на неоне. То есть, если какой-то там, не знаю, автоматический заработок, вот реклама на неоне, она очень сюда хорошо вкатывает и очень быстро набирает
появляются партнеры, рефералы в любые проекты. Поэтому пользуйтесь на Ютубе, если вам интересно, я сейчас расскажу, покажу, где этот самый выпуск. Вот здесь вот в самом начале, чуть-чуть пониже, есть выпуск под названием «Слив трафика. Бесплатная контекстная реклама». Посмотрите, как это все устроено. Не обязательно там сюда хит слить, можете сливать сюда с 9, хит трафик, спирит, да хоть откуда. Этих автосерфингов просто сотни в интернете. На моем канале просто я взял самые популярные. Так вот, наверное, по Хони Гейну на сегодня все. В комментарии пишите, получилось у вас, не получилось. Если есть какие-то вопросы, задавайте, спрашивайте. Также обращайтесь в группу ВКонтакте. Быть может, я что-то упустил. Быть может, вам чем-то помогу. Быть может, наоборот, вы мне чем-то поможете и так далее. То есть, ну, я стараюсь со всеми своими подписчиками поддерживать какой-то общий язык. Мы постоянно общаемся, находим какие-то варианты, способы и так далее. Поэтому мне не жалко. Иногда бывает своего времени. Я сижу просто целый день там, да, общаюсь. Поэтому, пожалуйста, оставляем комментарии, подписываемся на канал. В следующем выпуске там поговорим еще о различных других плюшках и так далее. Ну, а на сегодня все. С вами на связи был канал PacMoney. Всем пока.